Духи, губную помаду и тушь похитили из магазина «Ревгош» две женщины в Петропавловске. Ущерб от их действий составил более 5500 рублей. После обращения администратора магазина их разыскивает полиция. Действия подозреваемых попали в поле зрения камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как две женщины выбирают товар, а затем незаметно складывают его в сумку. Если вы узнали кого-то из подозреваемых и можете сообщить об их местонахождении, просьба звонить по телефонам, которые вы видите на своих экранах.